Друзья, всем привет! Периодически ребята мне пишут в личку: Андрюха, а как насчет корма? Где ты, как ты кормишь своих? Кормлю я замороженным кормом, живым, ну, периодически, и, конечно, сухим. Сомиков, да не только сомики, все остальные любят шикарные вот эти таблетки. Видите, это твердые таблетки, это не просто превращаются в муку. Это настоящие, офигенные, свежайшие. Просто я беру сразу же огромный пакет, чтобы был, душе спокойно, и хлопья. Хлопья я беру, микс. То есть, посмотрите, просто воздушный. Как он пахнет вообще. Сейчас мы, смотрите, вообще просто вот разноцветно. Это топовый корм, поэтому если кому-то надо, ребята, обращайтесь. Я показываю, что кормлю я только хорошо своих питомцев. Поэтому все мои питомцы попадают в ваш дом красавцами, здоровыми, красивыми, кушают полезную пищу, супер производителя, толковую, потому что показывать я не хочу сейчас ролики, ну не надо рекламировать того, как не надо, знаете, вот, смотрите, ну просто, о, запах я передать не могу, о, ну он пахнет просто обалденно, и так же самое хлопья, вообще. Вообще, вот он. Это спирулинка. И разные тут. Так, если так взять, помешать. Ах, вот он. Красавец. Так что, ребят, как говорят у нас в Латвии, лайк не лудзом, добро пожаловать. Пишите. В описании везде я указываю свой интернет-магазин, телефон, контакт. Пишите, звоните. Всегда вас жду, посоветую, помогу, подскажу. Так как вы лучше. Спасибо, ребят, что есть. Всем здоровья. Здоровье очень важно. Я с этим столкнулся и понимаю, о чем говорю. Всех люблю, всех обнял, всех поднял. Вы, ребята, крутые.